Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська, я рада вас вітати. Як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області, які працюють у сфері освіти, як шкільної, так і позашкільної. Сьогодні в нашій студії Дар'я Борисівна Мартинова, завідуюча організаційно-масовим відділом Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Доброго дня вам. Доброго дня. Дар'я Борисівна сьогодні нам прикрасила студію кубками. Ми дізнаємося пізніше, що це за кубки, що це за досягнення нашого центру туризму. І взагалі поговоримо про розвиток туризму, шкільного туризму так, в нашій області. А шкільний туризм у нас, в принципі, сприяє тому, що це як фундамент розвитку туризму взагалі в області, да, так? Потому что он создает среду, в которой люди видят, что туризм – это интересно, замечательно, плюс он создает возможность широкого круга специалистов в сфере туризма, которых можно привлекать для развития каких-либо видов как и общего туризма, так и экстремального туризма. То есть есть люди, которые могут продвигать дальше туризм уже для взрослых и коммерческих групп. Отже, давайте трішечки спочатку зупинимося на шкільному туризмі, угу, так, і на тому, як він організований, яким чином взагалі можна потрапити до цієї сфери школярам, і куди звертатися, і над чим ви працюєте? Центр туризма – это единственное в Николаевской области профильное учреждение, которое работает именно в сфере туризма. Туризма и краеведения. У нас очень много направлений, кроме туризма и краеведения, которые у нас являются основными направлениями. У нас работает секция МАН, Малой Академии Наук. Это и военно-патриотическое направление, скауты, юные казаки. То есть такой достаточно широкий круг интересов. Как попасть ребенку на занятия? Существуют секции, которые есть при центре туризма. Там в этих секциях работают специалисты высокого уровня, которые работают с детьми и проводят занятия по всем направлениям, которые у нас есть. Есть кружки по всем направлениям. Эти секции работают при школах, как в городе Николаеве, так и по Николаевской области. У нас есть секции, которые расположены в городе Вознесенске, в Вознесенском районе, в Новом Буге. То есть достаточно широкий обхват области. И что надо сделать? Просто надо, чтобы было желание ребенка прийти в эту секцию. Занятия у нас в секциях бесплатные, поэтому есть желание, ребенок приходит, записывается и занимается. Ще раз давайте наголосимо, заняття з яких напрямків, тому що для мене, наприклад, асоціація туризм – це рюкзак, походи, ліс, річка і подальше. Ну, туризм сам по себе очень широкое понятие. Это может быть спортивный туризм, который состоит в первую очередь в соревновательных видах спорта. Это преодоление препятствий, которые часто проходятся в походах, но они выведены в отдельную дисциплину. То есть соревнования по преодолению скальных участков, водных переправ, болот, все это вместе комбинируется в разного вида дистанции, и дети тренируются их преодолевать со страховкой. Тут же идут и спасательные работы. Кроме этого, у нас идут походные виды туризма, очень широко развит в Николаевской области. Пешеходный туризм самый массовый, поскольку самый, ну, проще всего взял, одел рюкзак действительно и пошел. Хорошо у нас развит водный туризм, проводится много походов на катамаранах, на байдарках, в этом году был поход. В последнее время очень активно развивается велотуризм, поскольку в наших степях на велосипеде, наверное, более удобно передвигаться, потому что едешь, ветерочек, даже если там жарко, то на велосипеде очень комфортно себя чувствуешь, и можно посмотреть достаточно обширный регион Николаева. В этом году по походам вот николаевские туристы заняли первое место на чемпионате среди школьников, второе место на чемпионате среди студентов. Это очень хорошее достижение. И не отстали наши спортивные туристы. Вот все кубки, которые вы видите, это малая часть того, что мы заработали за лето.
Это самый спортивный туризм. Самый так? спортивный туризм, да, это там, где переправы. Это кубок, первое место на чемпионате, выпускники, слева стоит там, который с медалью. Наши выпускники на взрослом чемпионате Украины по пешеходному туризму. Справа у нас два кубка, это привезли наши дети с детского и юношеского чемпионата по спортивному туризму. Это третье место по Украине. А посередине еще одно очень важное направление в нашей деятельности, это кубок школы безпеки, юные рятувальники, наша команда, которая по возрасту на 2 года в среднем младше остальных команд, в этом году выиграла практически все дистанции, кроме одной, ну чуть-чуть у ребят там был маленький сбой, а так вот они выиграли все дистанции и практически все конкурсы, поэтому вот такой кубок, он для нас очень важен. Залишается побажати тільки натхнення в подальшій праці і керівників, і роботі самих учасників цих секцій. Гуртки. Вот. А если говорить дальше, то туризм, конечно, он не только взял рюкзак и пошел, да, потому что у нас активно работают краеведческие кружки, которые занимаются активным научным поиском во время экспедиции. Они выезжают в районы, они посещают различные достопримечательности, либо какие-то исторические памятники, они проводят научные исследования, все это тоже оформляется в экспедиции. Плюс к этому работает, опять же говорила, или секция МАНы, военно патриотические секции. В этом году мы проводили соревнования Джура областные. Было очень много, 14 команд у нас было на очень таком высоком уровне прошли соревнования. И вот сейчас наша команда ездила на всеукраинские сборы юных казаков. Там тоже есть свои достижения. Поэтому очень разные у нас виды такой краеведческой туристической деятельности. И каждому ребенку у нас может найти место в зависимости от его интересов, от того, чем он хочет заниматься. Сколько детей сейчас охоплено этой деятельностью? Точную цифру вам не скажу, но около 600 детей у нас сейчас по кружкам центра. Скажите, пожалуйста, вот практичные занятия, где відбуваються? Адже сам центр находится в областном центре, да, так? Да, это центр города, Севастопольская, 63, практические занятия. У нас все кружки работают по школам города, как я уже говорила, и на базе этих школ проводятся практические занятия. Это либо спортзалы школ, либо какие-то лесопосадки, парки, которые находятся в границах этой школы, чтобы детям было удобно туда выходить на тренировочные какие-то занятия. Какие практичные житевые навычки отримают дети, которые відвідують ваши гуртки? Ну, если говорить о сегодняшнем мире, то самый, наверное, практичный навык – это то, что дети умеют приспосабливаться к новой ситуации, что они всегда готовы добиваться, стремиться вперед. И, наверное, это самый важный навык, потому что какую бы профессию ребенок ни выбрал, он всегда должен уметь добиваться результата. Да? И мы своих детей нацеливаем на то, что они должны этого результата добиваться и уметь меняться в новой ситуации. Это практические навыки. Ну, ребенок, который приходит, очень часто наши дети сейчас дома даже мало участвуют в жизни семьи, и они не могут ни покушать, приготовить самое простое, да, родители очень оберегают детей, часто не могут за собой элементарные какие-то действия совершить, чтобы проследить за своим здоровьем, проследить за своими вещами. Когда ребенок находится в походе, ему приходится все эти вот элементарные вещи, у него нет ни мамы, ни бабушки, которая ему все поможет, делать самому. И, соответственно, в бытовом и организационном уровне дети сразу выходят на совсем другой вот личный статус, и они, когда приходят домой, родители благодарят, вот мы не знали, что наш ребенок уже может приготовить нам обед. И для родителей это такой вот подарок часто бывает, что дети начинают сами себя контролировать, что дети начинают следить. Ну и такая немножко, наверное, полезная очень результат нашей работы, хотя хотелось бы, чтобы мы без него обошлись. У нас, наши многие выпускники, наши работники нашего центра, они участники АТО и действующие сейчас на находятся в АТО, и те, кто уже вернулись, отслужили какой-то срок. И все говорят, что навыки туризма – это ориентирование и умение жить в тяжелых полевых условиях, оно очень сильно помогает и спасает жизни, и
И сами ребята, которые там, и их товарищи по службе, которым они помогают своими знаниями, которые они получили в туристских походах, они очень благодарят нас за эти знания, которые помогали на протяжении службы. Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, от яким, з якого віку дитина буде готова психологічно переносити оті всі тяжбу туризму в походах? Мы набираем детей в кружки спортивного направления с 10 лет. У нас есть кружки для более младших детей, но это кружки, допустим, Юника Зачата, там кружки образа творчего мистецтва, краеведческого направления. Но спортивного направления это кружки с 10 лет мы ждем детей, потому что раньше детям немножко тяжеловато в психологическом плане, в первую очередь, потому что нагрузки, потому что без родителей куда-то ехать. Ну, есть группы, которые собираются вместе со своими детьми, ну, в частности, наши руководители, у кого маленькие дети, и они проводят походы, которые мы называем «папа-мама-я», да, то есть там, где родители идут с маленькими детьми, и дети 2-3 лет вполне переносят достаточно сложные походы. Им это подобается, конечно. Так? Ребенку это интересно, потому что он видит, переключается на другой мир, на другое восприятие окружающего, того, что их окружает, то есть это не только город, это лес. Ну, естественно, там свои требования безопасности, и все, и родители должны иметь хороший опыт и уметь такого ребенка в походе за ним проследить, чтобы он был безопасен. Какими такими якостями какие якости повинні бути у дитини, щоб вона, ну, адаптувалася скоріше от за власним досвідом в походах, в екстремальних ситуаціях? От батьки, які ще мають там дошкільнят, наприклад, на які якості ви як фахівець могли б звернути їхню увагу? Ну, самостоятельність. То есть, очень часто мы оберегаем своих детей, не даем им возможность принимать какие-то даже мелкие решения. Вот этот навык, конечно, и я бы посоветовала родителям развивать больше всего, потому что ребенок должен уметь отвечать за те действия, которые он, за те решения, которые он принимает, даже если это решение вот, ну, какое-то очень маленькое, что одеть. Как лечь спать, и, ну, самые мелкие такие вещи, они могут привить ребенку навыки самостоятельности, и они ему помогут и в занятии спортом, и в жизни. А в принципе, мы от детей говорим, что если у вас есть желание, вы добьетесь всего. А також з власного досвіду, які краєвиди Миколаївщини найбільш захоплюють дітей? Що їм найбільше подобається на теренах саме Миколаївщини? Ну, на территории Николаевщины, наверное, самые интересные места – это наш Бухский каньон, там, где сейчас находится заповедник Бухский гард. Это район села Трикра, Тактовский каньон, очень интересный с точки зрения и геологии, и ландшафта. И Прингульский ландшафтный заповедник, то есть те места, где есть гранитные выходы скал, каменные останцы, остатки каньонов, пороги. Конечно, это интересно и детям, и взрослым. Это Кинбургская коса, очень уникальный мир со своей природой, со своим непохожим ни на что климатом и морем. И река Ингулец, в прошлом году мы ходили в водный поход по реке Ингулец, поразила своим невероятным спокойствием и обилием птиц, и дети особенно, мы не ожидали, что наши старшие дети, старшеклассники, настолько им понравится подобный поход, потому что думали, им скучновато будет, но на самом деле шли на байдарке, вертели головой вправо-влево, чтобы посмотреть, а вон еще такая птица. До водного походу треба особлива підготовка, мені здається, чи всі, хто беруть участь у ваших гуртках, вони вміють і на байдарках, і пішки, і на вело? Да, мы занимаемся такой комплексной подготовкой. Конечно, основной упор идет по видам туризма, которым занимается конкретный кружок. И то есть, если кружок велотуризма, он больше уделяет внимание велотуризму. Если это кружок пешеходного туризма, основной пешеходный туризм. Но мы стараемся давать детям знания об всех видах туризма понемножку и по возможности давать, ну,
развивать детей во всех направлениях. У нас каждый год проходит школа туристского актива, когда мы отбираем лучших детей области со всех районов и из города, которые показывают какие-то результаты. И идет лагерь водно-пешеходный от Меги до Южноукраинска, где дети проходят и водные препятствия, и пешеходные походы, занятия на скалах и ориентирование. И там же идет как водный поход на катамаранах. То есть у всех детей есть возможность попробовать себя в абсолютно разных видах туризма. Ми з вами спілкуємося напередодні Дня туризму. Чому саме ця дата обрана Днем туризму? Що в ці дні відбувається? Чи це низка заходів, чи саме в цей день? Чи ви працюєте над цим протягом всього року своєї роботи? Ну, естественно, мы работаем на протяжении всего года, потому что стараемся на протяжении всего учебного года рассказывать и учителям, и детям, и родителям о том, что занятие туризмом – это очень интересно, полезно и пригодится в жизни. Вот. Ну, такой праздник, он в 70-х годах был утвержден Международной ассоциацией туризма, был утвержден как праздник, в первую очередь, коммерческий, для того, чтобы привлекать туристов, людей в туризм, чтобы они больше разъезжали по регионам, чтобы привлечь внимание к развитию коммерческого туризма. Но он сейчас стал не только коммерческим, а праздником всех туристов, всех, кто путешествует. И это мы считаем его тоже своим профессиональным праздником. И в Николаеве мы стараемся на День туризма всегда провести какой-то праздник для детей, чтобы дети пришли, поучаствовали, попробовали разные виды туризма, чем занимается центр. Но в этом году День туризма совпал с мероприятием тоже очень интересным, который проводится в субботу, будет проходить в парке «Сказки», в детском городке «Сказка». Угу. Начало праздника будет в 3 часа дня. Это праздник «День позашкиля». И там, кроме нашего центра, будут показывать свою работу все внешкольные учреждения области, то есть это и станция юных техников, и натуралистов, и областной ДХТ и Дворец творчества, то есть все крупные учреждения города будут показывать свою работу, что они, какие занятия проводятся в их кружках, какие умения дети могут там получить, то есть можно прийти, попробовать и потанцевать, и попробовать поуправлять какой-то моделью, или авиа, или судомоделью, которые выставят техники, попробовать вкусный чай будут предлагать наши юнаты и показывать свои достижения. Ну и, соответственно, можно в первую очередь поучаствовать в нашем квесте. У нас же все-таки праздник и день рождения нашего центра, потому что для туризмов тоже. Отже, наш... от вашего центра будет квест, так? Будет квест, будут полосы препятствий, на которых дети могут попробовать, будут мастер-классы, которые будут проводить наши краеведы. Это и по изготовлению каких-то краеведческих оберегов, будут археологи проводить раскопки в сказке, так что очень интересный такой. Де саме? Ви знайшли? Да, мы нашли, конечно, мы уже там все закопали, так что приходите и выкапывайте. Динозавра, правда, не обещали, побоялись, что в сказке не поместится, а раскопки, в принципе, что-нибудь откопаете. Поэтому приходите. То есть тоже очень много разных мероприятий, разных мастер-классов, квестов, программ. Думаю, будет интересно всем. И родителям они смогут посмотреть, чем заинтересовался их ребенок и в какой кружок ребенка направить, когда он подрастет, или уже сейчас, если он уже достаточно взрослый. Ну и детям тоже будет очень интересно поучаствовать, попробовать своими руками и выбрать то направление, в котором они хотят дальше развиваться. Де і кого шукати, щоб не пропустити якийсь цікавий квест, наприклад? Щоб не пропусти... чому, і про що це буде? Чтобы не пропустить квест, надо прийти в сказку со стороны улицы Лягина, и там будет старт квеста. Ну, лучше всего зарегистрироваться на квест заранее, позвонить в центр туризма. Все данные есть на сайте центра туризма. Если кому будет интересно, мы приглашаем всех школьников, команда от школ. Пожалуйста, регистрируйтесь, заявляйтесь заранее, чтобы мы подготовили вам материал, приходите, участвуйте. Тобто можно организованную команду прийти, да, так? Да, на квест мы приглашаем организованные команды, и кількість людей в команді до 10 чоловік.
До 10 человек плюс руководитель, который с ними идет. Это квест будет проходить на территории сказка. Тема квеста – это Каскова-Мандривка. То есть, поскольку он проходит по сказке, то, естественно, путешествие будет немножко сказочным. Немножко приоткрою тайну. Там наши участники, проходя определенные задания, будут набирать такие условные километры. И вот как команда, которая наберет больше всего километров, в результате станет победителем нашего квеста. Какие знания або навычки потрібно людям, які будуть в команді? Адже якщо я, наприклад, формую команду, я хочу, щоб вона виграла. І хочу запросити до неї таких вигідних мені учасників. Поскольку это мероприятие, вот весь праздник, День позашкиля, он проходит для того, чтобы привлекать детей в кружки, то, естественно, мы не требуем никаких специальных навыков. Все эти мероприятия, они рассчитаны на детей, которые не занимаются в кружках, а только хотят в них прийти, попробовать, или только начали заниматься. Поэтому навыки какие нужны? Смелость, быстрота, сообразительность, ну, опять же, желание. Вік обмежений дітей? Ну, мы рассчитываем, что этот квест будет интересен детям от 8 до 12 лет, то есть младшая, средняя школа. Более старшим, наверное, будет не очень интересно, но для более старших мы найдем другие занятия. Ну, більш старші зато в цьому квесті можуть виграти спокійно. Ну, да. Тобто ви не обмежуєте вік, але бажано від 8 до 12 років. Ну, ми будемо рекомендувати більш старшим, направляти їх на другі, звісно, участі, на другі якісь мероприятия. А кількість команд не обмежена при цьому? Ні, не ограничена. Тобто, якщо навіть думаю, буде 30 команд? Со всеми. Якщо буде навіть 30 навіть команд? Навіть якщо їх буде 60. Це дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, якісь підсумки будуть підводитися не тільки по квесту, а от по дню туризму? Нет, это праздник. Мы хотим, чтобы все получили хорошее настроение. И самым главным результатом этого праздника, опять же, это будет, если все уйдут из городка «Сказка» с удовольствием и придут на занятия в наши кружки или в кружки других учреждений. Вот это будет самая главная награда. Поэтому результаты мы подводим только по квесту. У нас это единственная такая вот соревновательная интеллектуальная игра. А все остальное, пожалуйста, приходите на наших мастер-классах. У меня нет информации по другим учреждениям, но на наших мастер-классах ребята будут получать сертификаты участника мастер-класса, которые они могут сохранить за то, что вот они вот прошли какое-то препятствие, преодолели или поучаствовали в каком-то мастер-классе. Сюрприз приготовили наши археологи, у них будут специальные призы всем участникам. Поэтому... Те, что откопают, то и будет призом? Нет, у них будет награда археолога, медали обещали. Очень древнюю медаль. Це дуже цікаво. А ще хотіла запитати щодо оці полоси з перешкодами, так? Да. Що там за перешкоди будуть так само, що треба буде зробити? Там будет определенная полоса, ну, все знают, сейчас широкое распространение получили различные веревочные парки, ну, вот такой небольшой веревочный парк, который любой желающий может попробовать пройти, то есть, опять же, только желание, смелость и ловкость, и все. Там командная участь? Нет, там чи... индивидуальная, пожалуйста, можно тобто подходить. Можно просто любой підійти, участник так, может подойти и попробовать. Будь-який присутній у дитячому містечку може підійти и спробувати. Любой участник этого праздника, любой зритель этого праздника может подойти и попробовать свои силы в любом из наших мероприятий. Дякую. Давайте ще раз повторимо, де і коли зустрічаємося на День туризму, тому що дуже цікаво. Як на мене буде. Значит, встречаемся мы в 3 часа начала. Это детский городок «Сказка». Вы можете заходить с любой стороны. Для участников квеста мы вас ждем со стороны улицы Лягина. Но по всему парку будут информационные плакаты, где находится какой мастер-класс, какого учреждения. Поэтому я думаю, что никто не заблудится. Всегда вам помогут, подскажут. И что вам интересно, вы, конечно, найдете и примете участие. Ну, День туризму мене. І потім вже будуть буденні дні. А що плануєте після Дня туризму? Чи буде щось, ну, завжди все, що щось цікаве, але щось таке визначне буде відбуватися? Ну, нове, можливо, для вас? Постоянно что-то происходит, какие-то мероприятия, поскольку будут каникулы, дети будут собираться в походы. У нас постоянно какие-то соревнования. В этом году сейчас вот готовится наша команда в октябре ехать на международные соревнования. Надеемся, что привезут нам еще один кубок. Постоянно какие-то проводятся туры первенства. Это соревнования наших кружковцев, на которых они между собой соревнуются и показывают рост своего уровня. Значит, какие конференции, сборы. Мы проводим семинары. Праздник, даже сам праздник День туризма не заканчивается в нашей будничной работе, поскольку мы предлагаем в этом году, что любая школа, которая захочет у себя провести День туризма в своей школе,
Барнауле, то ей достаточно всего лишь обратиться в центр, и мы договоримся, когда наши специалисты приедут в школу и проведут программу, посвященную Дню туризма. Мы расскажем о том, что такое туризм, какие виды туризма, куда ребенку обратиться. Мы проведем игровую программу. Тобто та вся програма, яку ви плануєте на День туризму саме в дитячому містечку, так? Ви можете це все в міні-варіанті перенести в будь-яку школу? Да, і ми это проводим не только сами, но мы и учим наших руководителей кружков и учителей. Мы уже провели 2 семинара. Один был в Вознесенске, второй в этом году в Новом Буге. И планируем сейчас семинар в Первомайске. О том, мы на этих семинарах рассказываем, как проводить массовые мероприятия по туризму, потому что это детям интересно. И сейчас туризм является одной из таких, вот, скажем так, отраслей на острие иглы, наверное, да, которые смогут обеспечить будущее нашей стране. И мы проводили вот в Новом Буге, показывали, как проводить мероприятия День туризма в одной школе. То есть очень небольшая школа в Жовтневом, селе Жовтневе возле Нового Буга. И дети получили море удовольствия, и учителя, которые принимали участие. То есть, пожалуйста, любая школа, мы обговорим с вами программу для того, чтобы ваши дети узнали, что такое туризм поближе, для того, чтобы они попробовали, если у вас нет возможности приехать на День туризма и поучаствовать у нас, и даже если у вас есть такая возможность, мы можем еще провести такой праздник в вашей школе, то, пожалуйста, на протяжении всего года мы приедем и расскажем вам, что такое туризм. Дякую вам дуже, дуже цікаво, приємно і пізнавально. І, власне, захотілося б навіть на території нашої телерадіокампанії організувати такий міні-день туризму. Дякую ще раз, наснаги, щоб все вийшло, що ви задумали. Приходьте ще, завжди раді вас бачити в нашій студії. Сьогодні з нами була Дар'я Борисівна Мартинова, завідуюча організаційно-масовим відділом Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Наразі прощаємося з вами. До побачення. Не перемикайте, залишайтеся на телеканалі Миколаїв. У нас завжди багато цікавої інформації. Хай вам щастить!